Также хотел бы особо выразить благодарность за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, за решение президента Шавката Мирамоновича подарить и построить школу в освобожденном городе Физули. Работы уже начались. И планируется к следующему учебному году школу ввести в действие, в эксплуатацию. Мы очень высоко это ценим. Это первый такой подарок от кого бы то ни было. Мы пока восстанавливаем Карабах своими силами. И, конечно, вот братское отношение для нас очень ценно. Потому что как только закончилась Вторая Карабахская война, и мы встретились с Шавкатом Мирамоновичем, он предложил вот такую инициативу, и это с благодарностью было принято. И с практической точки зрения эта школа будет также символом нашего братства, останется на века в памяти азербайджанского народа.